Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса обложения страховыми взносами выплат спортсменам-любителям. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин рассмотрел ситуацию, когда некая организация организовывала, соответственно, какое-то спортивное мероприятие, и на это спортивное мероприятие приезжали спортсмены. При этом с этими спортсменами не заключались какие-либо договоры. Вместе с тем, организация выплачивала данным спортсменам-любителям компенсации, связанные с соответствующей поездкой на данное спортивное мероприятие. И возник вопрос, необходимо ли облагать соответствующие выплаты страховыми взносами. Так вот, Минфин, рассмотрев данную ситуацию, указывает на то, что поскольку ни гражданские правовые, ни трудовые договоры с соответствующими лицами не заключались, то отсутствуют основания для обложения соответствующих выплат страховыми взносами. Ну, я полагаю, что, конечно, несмотря на то, что данное разъяснение, наверное, имеет такой узкоспециальный характер, его могут принять во внимание, скорее всего, прежде всего, некие некоммерческие организации, которые могут заниматься, соответственно, организацией спортивных мероприятий. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.